Начнем, собственно говоря, с этой новости до 2 миллионов увеличения армии. То есть я так понимаю, что вот этот план по добровольно-принудительным каким-то батальонам, которые должны были в каждом регионе набрать, он не вышел, пришлось вот так выходить из положения. Да, дело в том, что вот месяц назад, может быть, полтора месяца назад, было принято в России решение создать некий третий армейский корпус численностью чуть ли не 80 тысяч человек из добровольцев, из тех так называемых добровольных батальонов, которые было поручено собрать всем регионам. Но если в России 84 региона, если предположить, что в каждому региону дали задание набрать 1000 человек, вот добровольцев, вот и должно было такое вот огромное воинство собраться. Но не получилось. Говорят, что в этом третьем корпусе из добровольцев, примерно где-то насчитывается в общей сложности порядка 15-20 тысяч человек. Что, в общем, означает провал, полный провал всей этой идеи. Теперь генералы настаивают на том, что нужно каким-то образом расширить мобилизационную базу, и, соответственно, Путин подписывает указ об увеличении численности, общей численности вооруженных сил до 2 миллионов, там примерно 50 тысяч, тех людей, которые носят военную форму, погоны, то есть солдат и офицеров, до 1 150 000. Но дело вот в чем. Это штатная численность. Это численность, которую должна иметь российская армия. А на самом деле российские войска, которые, солдаты и офицеры, которые считается вот у них штатная численность 1 020 000, на самом деле их не больше 900 тысяч. То есть увеличение штатной численности предполагает, что на самом деле для того, чтобы достигнуть этой цифры, а именно этого хотят военачальники российские, на котором не хватает личного состава, нужно не 137 тысяч призвать дополнительно, а где-то как минимум 250-260, а то и больше. Но призвать это практически невозможно. Я просто приведу пример. Вот весенний призыв, который кончился 15 июля в этом году, нужно было призвать 134 тысячи новобранцев, молодых солдат. А призвать удалось меньше 90 тысяч. То есть 45 тысяч просто вот не добрали военкоматы. Почему? Потому что молодые парни, молодые ребята, они прекрасно, в общем, в значительной мере понимают, что им грозит. А им грозит отправка на фронт в Украину, а туда не хочется. А там ведь не только самому убивать, но и умирать надо уметь. А за что умирать? Тем более, что новобранцы и вообще те срочники, которых набирают в армию, и вот и те 137 тысяч, которых нужно добрать, это же будут не те, кто едет служить или берется служить в частных военных компаниях, где много платят. А это те, кто будут служить за сравнительно небольшую зарплату, которая полагается контрактникам в российских вооруженных силах. Вот и ситуация такая, что закон подписан, некие действия произведены, которые должны произвести эффект на российское общественное мнение, на население. Вот мы теперь всей силой нашей навалимся на Украину и победим. На самом деле ничего подобного не будет. Просто потому что если сейчас не могут набрать даже тех, кто должен попасть под войска, а их не могут набрать, откуда еще можно набирать? Но я вам скажу откуда. Нужно снимать всякого рода отсрочки.
которые есть там, по болезни, студентов призывать, тех молодых мужчин, которые являются единственными кормильцами в семье, если там есть пожилые люди, ну и так далее и тому подобное. Вот отменив те или иные отсрочки, можно действительно попытаться, но я говорю попытаться, а не набрать. А что получится в результате? А в результате люди будут крайне недовольны. Ну, представьте себе, студент учился себе, так сказать, надеялся на лучшее, а тут его со второго или третьего курса берут, отправляют в Украину. Ему это, конечно, не нравится. Студентам, конечно, хочется, чтобы в Украину ехали какие-нибудь там люди из далекой провинции, которые вообще ничего не понимают, и у которых никакой иной перспективы в жизни, кроме как послужить в армии и там чего-нибудь привезти, какой-нибудь трофей из Украины. Но вот другой перспективы у них нет. А студентам вроде бы и не хочется. Значит, что будет в результате? В результате будет рост недовольства не только среди тех, кого посылают, тех, кого будут призывать в армию, но и среди их семей, друзей и так далее и тому подобное. Ну вот Путину, видимо, уже ничего не остается делать, кроме как рисковать собственным положением, рисковать, значит, обострением политической ситуации в стране. Вот такая перспектива «приятная» в кавычках у российского президента. То есть я так понимаю, что вот эти задачи, которые он сейчас поставил перед российской армией, добрать и увеличить численность, ну, они такие тоже не очень-то реализуемые, в общем-то. Да, конечно, их... Ну, то есть можно, конечно, силой там с полицией проходить рейдами или как в этих самых народных республиках, опять же, в кавычках, хватать всех подряд на улице и запихивать в военкоматы, откуда уже выбраться невозможно, потому как там паспорт, документы забирают, ну и что остается делать? Остается только, значит, вот со вздохом идти служить, идти умирать. Ну, кому это нравится? Никому, но делать нечего. А в России пока еще вот так, до такой ситуации дело не дошло. Но может и дойти, кто знает. Массовая мобилизация может быть объявлена, но сейчас мы видим, что опять Путин не решился на это. Тем не менее, этот козырь, скажем так, припасен где-то у него в рукаве. Массовая мобилизация, конечно, может быть объявлена, но тут есть свои проблемы, и не только те, о которых постоянно говорят наблюдатели, аналитики и так далее. Да, ну, если уж поднапрячься и, значит, силовую такую мобилизацию провести, можно несколько сот тысяч человек, как говорили раньше, забрить в армию, да, их там брили на лысо. А вот что с ними делать дальше? Потому что из этих нескольких сот тысяч их нужно обучить, их нужно распределить по частям, подразделениям, соединениям и так далее. А их нет уже, этих частей, их нужно заново создавать. А для того, чтобы их создавать заново, нужен командирский корпус, нужны командиры, то есть офицеры. А офицеров не хватает на все это дело. Потому что существует определенное соотношение между количеством рядовых, скажем, и количеством офицерского корпуса. Ну, примерно 1:10, вот так считается в хороших армиях. На 10 солдат должен быть один офицер. Ну, такая статистика. Можно там чуть больше, чуть меньше, но неважно. Значит, если вы 100 тысяч солдат дополнительно, или 137, вот как Путин, значит, принял такое решение, значит, делим на 10, получаем 13 тысяч офицеров. А где их взять? Значит, тем более, что офицерский корпус серьезно повыбит в войне в Украине. Там, я думаю, из... Вот сегодня, по-моему, сообщил, очередную цифру назвал британский министр обороны,
80 тысяч убитых, тяжело раненых и, кстати говоря, дезертиров. Я думаю, что дезертиров тоже немало в российской армии. Так вот, если, значит, считать 1 к 10, вот 8 тысяч офицеров уже списаны со счета. А где, значит, им нужно замену искать. И замену искать трудно, потому что не каждый лейтенант – выпускник военного училища. Ну, выпустили его, он чего-то там проучился 2 года. А командовать на поле боя такой мальчишка, конечно, не умеет. Тут нужен человек, который, ну, хотя бы там лет 5-6 прослужил в армии, который прошел желательно через какие-то там горячие точки. Вот тогда это офицер и командир, отец солдатам. А так это, значит, никто его и слушать не будет, этого молодого парня. Да и слушать его и не надо, потому что он может своих подчиненных завести куда-нибудь в большую неприятность, где они там наполовину погибнут, наполовину будут изранены все. Так что вот даже вот такая проблема, как нехватка офицерского корпуса, подготовленного к ведению боевых действий, это может серьезно осложнить и затормозить массовую мобилизацию. Ну, к тому же этих людей нужно еще обучить, которых призовут. Нужно обучить их, нужно там сколотить подразделения, что, как военные говорят, нужно сколотить там взвод, роту и так далее. То есть сделать из толпы, сделать боеспособное какое-то, боеспособную единицу. Но все это требует времени, требует сил, требует серьезных затрат. А всего этого времени у России уже нету, Путина. Ему сейчас главная задача у него не то, чтобы даже выиграть войну, а то, чтобы ее не проиграть. То есть не отдать, не позволить войскам Украины деоккупировать занятые территории. Вот задача, которая сейчас стоит перед Путиным. Вот такую задачу он ставит и перед дипломатами, и перед генералами, ну, в общем, перед всеми теми, кто отвечает за войну в Украине. Но получится у него или нет, сказать трудно, но думаю, что не получится, потому как уже перелом в войне уже, по сути дела, наступил. Наступил, и ситуация все больше и больше будет складываться в пользу Украины. Потому что поскольку за полгода русские не смогли одержать победу, то они и не смогут ее одержать дальше. А вот Украина только начинает создавать такие силы вооруженные, которые могут деоккупировать эти территории, которые заняты врагом. Тут можно и цифры какие-то назвать, скажем, вот министр обороны Украины Резников говорил о том, что летом он сказал об этом, 700 тысяч человек находятся сейчас мобилизованы в вооруженные силы Украины. 700 тысяч, но из них, конечно, не так много имеют боевой опыт. Большинство даже вообще еще не очень хорошо понимают, как воевать надо. Поэтому сейчас происходит обучение вот тех людей, которые мобилизованы. И часть из них, те, которые лучше подготовлены, их отправляют, как я понимаю. Но это так, я предполагаю. Ну так, нормальная была бы практика должна быть. Их отправляют на фронт, чтобы они там немножко пороху понюхали и получили бы боевой опыт. А хорошо зарекомендовавшие себя солдаты и младшие командиры, они сейчас обучаются в Англии 10 тысяч, и в других странах европейских тоже обучаются. Вот это будет костяк будущей армии, которая будет одерживать победу. К этому я бы добавил еще и вооружение, которое приходит в Украину, не так много, как хотелось бы, и не так много, как нужно, но приходят и приходят во все большем количестве. Вот недавно, 2 дня назад, по-моему, был подписан очередной транш, выделен на $3 миллиарда, а это уже очень много. Вообще, я сказал бы, что помощь со стороны Соединенных Штатов
Украине военное, уже это вот конкретное оружие, которое поставлено на, или будет поставлено уже сейчас, вот с этими 3 миллиардами, я вам скажу, сколько, 13 миллиардов с лишним. А это уже очень, очень и очень солидная сумма. С таким оружием можно уже воевать. Конечно, нужно больше, но будет и больше, я думаю. Да, мы будем ждать. Вот, кстати, вот эта цифра, да, 137 тысяч, если я не ошибаюсь. Вы упомянули потери, которые озвучил Бен Уоллес, 80 тысяч. Вот может ли реально быть вот, так, вот такие потери около 140, что сейчас Путин именно такие задачи ставит перед военкоматами, чтобы как раз вот перекрыть эти потери? Ну, смотрите, первая задача – это восполнить потери. Если потери… Ну, будем считать, что… Значит, пан Уоллес сказал правду. Да? Значит, 80 тысяч. Вот 80 тысяч нужно отправить в армию. Теперь демобилизация прошла весной. Весной до 15 июля прошла демобилизация. Из армии ушли, ну, где-то, я думаю, около 100 тысяч человек. Это срочники, которых нужно отпускать, ну, потому что не отпустить, отложить демобилизацию, это значит рисковать бунтами в армии. Потому что солдат, вы же знаете, солдат первое, о чем он думает и считает дни, это вот когда дембель будет, демобилизация. Вот если его задержать в армии там еще на несколько даже недель, и сказать, что ты пошел на фронт, дорогой мой, он, конечно, ну, можно представить себе реакцию. А это реакция не одного человека, а это реакция подразделений, которые взбунтоваться могут. Значит, вот порядка 100 тысяч ушло, демобилизованы. 80, ну, 90 тысяч призванных, плюс 10 тысяч. Так, прошу прощения, минус 10 тысяч, плюс… Вот эти потери 80 тысяч, а из чего их пополнять? Значит, добровольцев вербуют. Вот должен, я уже говорил, должен был быть третий армейский корпус 80 тысяч. Это, в общем, должно было поддержать вот тот баланс плюсов и минусов, потери в личном составе и тех людей, которых можно мобилизовать или завербовать в армию. Но вот не получается. Тут серьезно уже недостаточно в несколько десятков тысяч, так, ну вот если примерно прикидывать, в несколько десятков тысяч уже намечается. Ну вот Путин и идет на поводу у генералов, значит, подписывает вот такой указ. Но как они его будут выполнять? Я думаю, что выполнить его они не смогут. Но, с другой стороны, когда это будет выясниться? Это выяснится где-то будущей весной, наверное. Потому что указ вступает в действие с 1 января будущего года. Значит, вот пока время есть. А потом, знаете, тут за полгода может очень многое произойти на фронте в Украине, да и внутри России тоже может произойти. Я думаю, что, ну, есть масса таких показателей, которые свидетельствуют, что Путину все больше и больше недовольны. Причем недовольны не в народе, народу, в общем, русскому, в большинстве своем все равно, что там происходит в Украине. Они видят как, значит, единственные… Источник информации у них телевидение. Но верить телевизору, естественно, невозможно. А вот номенклатура высшая, которая теряет очень много, и которая не понимает, к чему дело идет, а дело идет к тяжелому поражению, они это видят, они люди, в общем, не глупые в массе своей. И что получается? А кому выгодна эта война сейчас? Да только одному человеку, это Владимир Путин. Потому что он-то понимает, что если войну эту не выиграть, значит, сразу возникнет вопрос к нему. А зачем ты, собственно, вот все это дело развязывал? И такие неприятности для страны и лично для большинства номенклатуры высшей в России учинил. Ну, с него и спрос будет. Уж какой он там будет, я не знаю, но думаю, что с ним обойдутся не так, как он хотел бы.
Ну, все у нього йде не так, як він хотів. Пане Юрію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися, до нашого ефіру. Юрій Федоров, військово-політичний експерт, з нами був на зв'язку. Я вам дякую. До нових зустрічей в етері нашого спецмарафону.